Лейла Ханым, легко предположить, что ваше высокое положение позволяет вам лучше и быстрее добиваться результата вашей творческой деятельности, благотворительной. Но все-таки вам никогда не хотелось быть простой азербайджанской девушкой? Талантливой, активной, но простой. Спасибо за то, что вы это говорите. Больше всего мне хочется быть человеком. Это самое главное. А когда говорят, ну, конечно, у нее все получается, она же дочка президента. Как вы отвечаете? Ну, никак, в этом доля правды есть. Я считаю, что людям надо больше как бы иметь занятости, чтобы говорить что-то о других. Плохое. Ну, я бы, например, лично для себя бы не сказала бы ничего за спиной человека, то, что я не сказала бы ему в лицо. Это помогает жить. Для себя. Да. Чехташ Юрий Дарин. Да, спасибо. Спасибо большое.